Дорогие белорусы, нам бракуе самокритики. Чому мы размовляем по-российски и уживаем трупы, тела забитых живелов? Размовляючи по-российски, мы подтримливаем российский оккупационный режим. Споживаючи трупы, мы выкликаем забойство живелов. Быть трупоедом и москалем – это неприятно. И каждый из нас может. Каждый может попрацовать над собой и досягнуть вынику. Практичные парады и указания пропоную найти на сторонце спокою. Спокой.eu. Зычу вам поспеху.